Сабвей Сёрф 5 лет! Сабвей Сёрф день рождения! Вот это да, будет куча подарков, куча сюрпризов, куча новых героев! Вот это жесть! Итак, у нас новый герой. Открываем нового героя Тони. Ребята, Subway Surf 5 лет. Куча новых героев. Теперь смотрите. Уже Фолк, новый герой Тони. Теперь в новой кепке. Теперь еще один. Другая кепочка, другая одежда. Нереально, все крутые. Новый герой просто бомбы. Теперь... Никас, какой-то бог, ребята, смотрите, молния у него, и все эти герои, ребята, в ограниченном количестве. Всего должно быть, ну, еще один герой теперь, герой, новый рыцарь, какой-то римлянин. Всего 10 часов, чтобы приобрести этих героев, ребята, если вы не успеете, все. Эти герои больше никогда не появятся. Теперь смотрите, снеговики. Вот этот снеговик Сани. Просто бомба, такой прикольный. И я его приобрел, ребята. Теперь дальше, смотрите. Снеговик конфета Кэнди. Тоже вообще улетный, смешной, веселый, классный. Так, продолжаем. Но самое главное, я приобрел Хаммер. Самый лучший борт моей коллекции, ребята, это точно. Он такой крутючий, он нереально классный. Бомба! Теперь, ребята, я купил вот эту девочку-певицу Викинг. Так, ну она классная такая, прикольная, ну просто обязательно, чтобы она была. И вот эту Фрею, она тоже поет. Она тоже поет. Итак, ребята, это все круто. Давайте испытаем в честь дня рождения Subway Surf, в честь праздника. Я решил побегать вот этим Тони в кепочке. Итак, ребята, сегодня у нас куча всяких персонажей. Просто бомба. Но еще, ребята, я хочу вам сказать, благодаря кому сегодня я приобрел всех этих персонажей? Я ни сном, ни духом. Что вышло обновление Subway Surf. И тут читаю в комментариях. Наш классный друг и подписчик Макс Макс пишет. Мульти-пульти, поиграй в обновление Subway Surf. Я такое обновление? Захожу. Действительно, ребята, вышло новое обновление игры. Мы сегодня играем в Копенгагене, представляете, ребята? И все эти новые герои благодаря тому, что игре Subway Surf сегодня исполняется 5 лет. Ну это же круто! У меня все до единого есть герои и все персонажи. Благодаря вам, ребята, что вы следите за обновлениями, ну, за обновлениями всех игр, я думаю, вы смотрите и следите за вашими любимыми. И вот, благодаря вам, я потихоньку насобирал всех-всех персонажей. А сегодня еще добавилось, сколько их там? Так, 3 мальчика, 2 девочки, 3 снеговика и 1 новый борт. А, ребята, один же новый борт. Сейчас я его включу, вот он, Хаммер. Короче, я посмотрел всю свою коллекцию бордов. Там много разных, все цветные, ракеты, гитары. Даже есть борт-телепорт. Но вот этот борт, мне кажется, он самый красивый, ребята. Он самый красивый, просто нереальный. Еще и молниями сверкает. Разработчики просто молодцы. В честь своего дня рождения они молодцы, не ударили лицом в грязь. Таких прикольных персонажей придумали, разработали. Мне очень нравится. Итак, сегодня я бегаю вот этим Тони в кепочке. Он молодец, кстати. Я сегодня не сильно стараюсь, ребята. Так, играю на расслабоне. Ну, если бы я мог захотел бы, постарался бы, можно было бы даже... Вот, видите, первый ключик уже использую, можно было бы даже и 400 тысяч, может даже больше пробежать. Ну, сегодня я в честь дня рождения
Так решил просто пробежаться налегке, посмотреть, на что способны наши персонажи. Кстати, Тони этот молодец, мне он уже нравится. 83 тысячи. Тут, смотрю, идет на рекорд 100 тысяч. А я вам уже говорил, ребята, кто пробегает с первого раза рекорд 100 тысяч, однозначно входит, ну, так называемую десятку лучших игроков. А если он еще и пробежит 200 тысяч, ну, тогда вообще нужно отдать ему должное. Это отличный, классный игрок. Можете, кто его приобрел, можете им бегать. Он очень быстрый. Попробовать его со всеми бордами, не только с этим хаммером. Итак, ребята, 108 тысяч. Он уже выбежал из сотни. Поэтому он просто крутячный наш Тони. Я очень рад, что Макс мне написал, и я его приобрел. Ребята, Мультипульти передает вам огромный привет. Я всем передаю большой привет, что смотрите мой канал, ребята. Это так приятно. И самое главное, ребята, пожалуйста, оставляйте комментарии под видео, не стесняйтесь. Пишите, что вам нравится, что не нравится. И жмите обязательно, вот что самое главное, на колокольчик нажмите, чтобы знать, когда выходит новое видео, ребята. Если вы не нажмете, как же вы узнаете? Итак, наш Тони продолжает бегать. 142 тысячи, ребята. Ну, класс. И, кстати, теперь еще, ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам вот этот бордхаммер. Если нравится, а мне он очень нравится, поставьте палец вверх за этот борт, ребята, пожалуйста. Итак, продолжаем. 150 тысяч. 150 тысяч он уже набрал. Класс. Так, полицейский все продолжает за нами гоняться. Его, кстати, ребята, вы заметили? Разработчики его переодели, дали ему новую форму. А то он бегал в зеленый какой-то, в такой темной, коричневой. Сейчас у него светленькая рубашечка и наших героев. Ух, класс, снеговики мне понравились. Вообще, я потом ими побегаю, ребята. Но если вы мне напишите в комментариях, я обязательно сниму видео, как я бегаю снеговиками, вот этим богом Зевсом. Ну, еще кем-нибудь напишите, обязательно оставляйте комментарии, ребята. Так. 178 тысяч. А, так, 4 ключа. Возьмем еще 4 ключика. Ой-ой-ой, ребята, я же говорю, я сегодня такой невнимательный, играю на расслабоне. 186 тысяч. Ну, отлично. Не знаю, пробегу ли я 200. Хотелось бы, конечно, 200. Ну, ладно, посмотрим. Как говорится, как карта ляжет, ребятушки. Ох, классно, прикольно. Макс, спасибо еще раз, друг. Благодаря тебе у меня такие крутые персонажи. Так, бежим. 198, ребята, осталось совсем чуть-чуть. И наш Тони пробежит. Две, есть, все, отлично, молодец. Все, я его в копилочку, и он входит в топ лучших игроков моего сапэ-серфа. Бежим. Так, 217. Может, сколько же я? 220. Ух, еще может десяточка. 230 смогу пробежать или нет, не знаю. Так. Ой-ой-ой. Так, бежим. Давай, красавчик. Просто красавелла. Тут самое главное, ребята, здесь, конечно, не впиляться. Самое главное, не впиляться, и все будет хорошо. Итак, ребята, смотрите, я пробежал нашим Тони в кепочке, потом решил побегать вот этим Тони, ну, просто тем первым, который без кепочки. Я им чуть-чуть полетал, ну, так, совсем чуть-чуть. Итак, ребята, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все такое. Я буду с вами прощаться, ребята, если понравилось. Вы слышали?
Итак, ребята, всем пока, счастливо, удачи, увидимся в новых видео. Всем пока!